Чебоксарах местному жителю вынесли приговор за организацию занятий проституцией. Злоумышленники, трое его сообщников, незаконный бизнес поставили на поток. Их притон работал на протяжении 4 лет. Следователи доказали, что в незаконный бизнес было привлечено 25 девушек. При этом трое из них оказывали интим-услуги в несовершеннолетнем возрасте. За работой притона, который располагался в одной из квартир жилого дома, правоохранительные органы наблюдали долго. Была собрана достаточная доказательная база. Приговор в отношении троих фигурантов уголовного дела вступил в силу в 2013 году. Один из организаторов незаконного бизнеса сейчас отбывает наказание в колонии-поселении. Еще двое получили условные сроки лишения свободы. Их четвертого сообщника удалось задержать только в этом году. Злоумышленник скрылся от следствия, в связи с чем в сентябре 2012 года был объявлен в розыск. Материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Его местонахождение было установлено в марте текущего года, после чего он был незамедлительно задержан. Злоумышленнику назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.